Приветствую, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеотекарь. Мы продолжаем играть в техасскую в очередной каточке на заправке. После техасской, скорее всего, я начну записывать либо же Дипрок, либо же Left 4 Dead 2. Смотрим. Я понял, очередные рашеры. Я отсюда даже не успею выбраться, как они уже поднимутся. Но я же все равно же ведь должен запереть. Должен же поставить ловушечку. Ну вот это вот надо же как-то было разработчикам продумать. И они еще это могут продумать. Игра-то ведь с поддержкой. Но вот по факту. Подключить. Хорош! Бомба стащит. А вот она. Да ёлки-палки, а? О, как? Я понял. Вот это вот, на самом деле, это пиздец. Вот надо придумать какого-нибудь самого элементарного стреляющего мана, чтобы простреливал. Я смотрю, типа АФК. Вы отстанете от нашего деда, нет? Это ненормально, когда в игре в хорроре жертвы сами нападают на убийц.
Так, и с какой стороны встать? Вон она. Я не успею, я не поднимусь. Очень тупо на самом деле то, что сделали, что он не может подниматься. Опа! Что это за способность? Что он делает? Это просто какой-то капец. Да я же нажал на способность. Я хотел ее с ног сбить. Вы понимаете? Нет, сейчас прям. Вот типичная техасская. До следующих серий. Всем пока.